поселке Силикатный открылась пекарня. Не сетевая точка, а небольшое семейное дело. Первое в Сенгилеевском районе. Деньгами помог нацпроект «Демография». А как идут дела у начинающих бизнесменов, расскажет Александра Емельянова. Говорят, что двум хозяйкам на одной кухне не место. Семья Прохоровых с этим стереотипом не согласна. Мама и дочка прекрасно уживаются на одной территории. Их тандем настолько слаженный, что возникла идея открыть собственный бизнес. В дело включились и остальные близкие. Муж отвечает за бытовые сложности, младшие дети дегустируют, а хозяйки делят шефство и контролируют финансовые вопросы. Открывать бизнес в поселке страшно. Вдруг никому не нужно, да и людей здесь мало. Сомнения разрешил соцконтракт. Программа, по которой создать свое дело может каждый. Помогут не только материально, но и юридически. Оформить документы, посчитать деньги. С этого года еще и по окончании контракта не оставляют без внимания. Будем сопровождать уже по новым нормативным тоже документам в течение года после уже реализации социального контракта. Семья Прохоровых в Сенгилеевском районе стала первой, кому выдали 250 тысяч рублей на свое дело. Этих денег хватило на новое оборудование. Без него, говорит мама семейства, вкусных пирожков и сочной шаурмы не получится. Пекарня открылась всего несколько дней назад, но отбоя от посетителей уже нет. Кулинарными секретами, которые превращают покупателей в постоянных клиентов, не делятся. Зато историю названия рассказывают охотно. Оно ведь и всю идею семейного бизнеса передает. Не знаю, вот само пришло. Сидели, бабушка, я же бабушка, я мать четверых детей, у меня четверо детей, двое внуков. И прямо вот сидели, я говорю, вот надо, чтобы было вот все как у бабушки. Вот тесто, чтобы было как у бабушки. И вот, и пришло, в гостях у бабушки приходите, я же бабушка, вот и заходите ко мне. Наталья Прохорова сделала многолетнее хобби прибыльным бизнесом. Теперь на нее равняются не только внуки. Местные жители тоже берут пример с семьи. Потому что они задали такую тенденцию для наших жителей, что не нужно бояться проблем, и для своей мечты нужно сделать максимум. В гостях у бабушки пекут не только пирожки. Коронное блюдо у них – шаурма. Еще семья лепит пельмени и манты, готовит пироги на заказ. В планах добавить торты, песочное и слоеное тесто. В общем, приезжать за выпечкой надо сейчас, пока чай к пирожку выдают бесплатно. Александра Емельянова и Антон Дурнов. Вести Ульяновск из Сенгилеевского района.